not really. Dallas overplays, and they play well today. How well, what did you see happen to Henrik? I don't see what's happened, and I need to see what's happened. I don't really know what's happened. You just talk about coming twice, you trailed by two goals. And yeah, I already told it. We not play great today. They play better than us, but lucky we win. Even after they scored twice to take a 6-4 lead, did you still feel like, I mean, there was a lot of time and just the way the goals were going in today that you had a chance to come back there? I think it's everybody just keep saying play and play, and that's what we did. Thanks, Комментатор Далласа сказал, что совершить ошибку возле Дуцука на льду – это все равно, что истекать кровью возле акулы. Добром не кончится. Как вам такое сравнение? Нет, конечно, я благодарен за такие сравнения, за такие эпитеты. И, наверное, тяжело сегодня говорить про игру и вообще про похвалу, потому что все-таки эмоциональная игра. Нужно очень эмоционально много наговорить. Ну, я большое ему спасибо, конечно. Приятно слышать. Тогда поговорим немножко о сборной. Недавно вас посетили скауты сборной. Вот, Павел, объясните, пожалуйста, когда скауты сборной приезжают к вам, что они хотят узнать? Будет ли Дацук играть за сборную или узнать, как хорошо Дацук играет? Что еще от вас они могут узнать? Они в основном же и смотрят, потому что не всегда удается посмотреть состояние сборников, кто играет за границей, так что они приезжают посмотреть, ну и, конечно, пообщаться. Ну, как, они как-то... Ну, вообще, главное, самое главное, что они приезжают посмотреть, как в каком состоянии игрок и да. А ваше впечатление о Марченко? Марченко? Да. Марченко, он хорошо себя это заявляет, она, я думаю, на правильном пути, ему надо... Конечно, еще набраться опыта, но так очень хорошо играет, и дай бог он закрепится. Павел, в последнее время вы забиваете решающие голы, причем не просто используете там выгодную позицию, а по сути дела сами, так сказать, с нуля создаете ситуацию. Как вам это удается? Такое впечатление, что вы говорите, как в бароне Мюнхгаузене. Да. А сейчас по расписанию будет гол. Да, хотелось бы, конечно, верить, но на самом деле... Все-таки это коллективная игра пятерки, команды, и хотелось бы, на самом деле, больше забивать голов. Все-таки бывает, то забивает, то потом ухожу в засаду, и меня не видно, не слышно. Так что буду над ним работать. Сегодня, слава богу, получилось. У вас, в принципе, хорошо получалось во время с Халлом, с Брэд Халлом. И это сейчас... было давным-давно. Да, но сейчас у вас появился, в принципе, в майноре Пулкинен. Вы не хотели бы попробовать с ним в одном звене? Ну, это, во-первых, все-таки прерогатива тренера, и еще очень рано сравнивать Пулкина и Брэд Халла. Брэд Халл, это все-таки, он заявил себе с большой буквы, будет всегда помнить, и он мне дал очень много опыта. С ним было одно удовольствие играть, и то, что он мог сделать за счет своего открывания на свободный лед и броска, ему, я думаю, нету равных. Вы поменяли прическу? Я подстригся, мы едем в теплые страны, у нас холодно было. Хотел так менять. Паш, немножко еще у нас сборную поговорим. А вы со знарком лично как-то общались? Знакомы? Мы созванивались, так как летом у нас не получилось, потому что у них начинается...